В ответ на предположительно садомитский комикс про голубя Геннадия пропаганда предложила свой, патриотичный, точнее Z-патриотичный. Его действующий герой — это угрожающего вида Винни-Пух в тельняшке российского ВДВшника и Пятачок в образе кадыровца. Есть там и новый персонаж — Пету, который по задумке авторов олицетворяет развращенный Запад. «Вы должны быть как я! Гей-парада! Нам не надо, Дон! Гей-парада! Нам не надо, Дон! Не слушайте, дети, этого петушка! Это ВДВшник!» Как в Чечне отнеслись к тому, что мусульманина изобразили в образе нечистого для ислама животного свиньи, пока неизвестно. Но, возможно, когда почетный академик Российской академии естественных наук Рамзан Кадыров наконец осилит букварь и перейдет на комиксы, у авторов опуса могут быть большие проблемы. Я найду тебя, Дон, и мы посмотрим, Дон, кто из нас шайтан, Дон.